Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал «Счастливая улитка». Сегодня новый узор, новый урок вязания на спицах. Для узора нужно набрать петли кратные 6, плюс 3 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Высоту узор состоит из двух рядов. Узор состоит из двух элементов. Один элемент 3 из 3 петель, и второй элемент – это вытянутая петля. Я показывала года 3-4 назад вам эти элементы, как вязать их отдельно и в сочетании, но не именно в таком сочетании, так не показывала. Так выглядит изнаночная сторона узора. Я связала внизу резинку 3 на 3, но это не обязательно. Я подбираю узор, и мне важно, как будет выглядеть этот узор с резинкой 3 на 3. Вы можете ее не вязать. Первый ряд вяжется по изнаночной стороне. Первый ряд. Первую кромочную петлю снимаю. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Это петли симметрии. Теперь сам раппорт узора. Накид. 3 петли провязываю вместе 1 изнаночной. Не снимаю эти 3 петли со спицы. Теперь отделяю 1 петлю и 2 петли провязываю вместе 1 изнаночной. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Это раппорт узора, повторяю его. Накид, 3 петли провязываю вместе 1 изнаночной. Не снимаю их с левой спицы, отделяю пальцем 1 крайнюю петлю и провязываю 2 петли вместе 1 изнаночной. Все эти 3 петли скидываю с левой спицы и провязываю 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Так я вяжу до конца ряда. В конце ряда последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Второй ряд. Первую кромочную петлю снимаю. 1 изнаночная. На ряд ниже провязываю петлю лицевой. Это будет вытянутая петля. Ее можно вязать по-разному, но здесь именно так. Так проще. 1 изнаночная. Накид. 3 петли провязываю вместе 1 лицевой. Не снимая с левой спицы эти 3 петли, провязываю 2 петли из 3 вместе 1 лицевой. Все 3 петли снимаю с левой спицы. Это раппорт узора. Повторяю раппорт. 1 изнаночная. Провязываю на ряд ниже петлю лицевой, 1 изнаночная. Накид. 3 петли провязываю вместе 1 лицевой. Не снимаю эти петли с левой спицы. Провязываю 2 петли вместе 1 лицевой. Это раппорт узора. Так я вяжу до конца ряда. В конце ряда остается 3 петли. Это петли симметрии. Провязываю 1 изнаночная, 1 лицевая на ряд ниже и 1 изнаночная. Последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Дальше вяжу с первого ряда 1, 2, 1, 2. Очень простой, легкий узор. Он мне нравится. Хотя мне он в случае, как я еще, он мне не подходит. Красиво, объемно, пышно, легко. Всего 2 ряда. Это весь узор, весь урок на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.